моя столица, моя Россия. Сегодня восхитительный вечер в зале торжеств, который организует Галина Ахматова, правнучка самой великой Анны Ахматовой. И сегодня на подиуме будут 33 звезды в необыкновенных красивых нарядах. Вечер обещает быть чудесным. Анталья, добрый вечер. Скажите, что вы ждете от сегодняшнего показа? Я думаю, что сегодня будет невероятно сказочно, феерично, и я, естественно, жду вот этой вот феерии, того, что выйдут все обалденные красивые девочки, начиная от малышей, а потом девочки постарше, и потом уже девочки моего возраста. Все мы выйдем, и все мы будем очаровательны, потрясающе, потому что в таких костюмах, в таких платьях, которые шьет Галия, невозможно выглядеть по-другому. Так что спасибо ей огромное, Галие, за такой прекрасный вечер. Я просто уверена, что все будут сегодня в восторге. Ну, конечно же, я жду красивых платьев, потому что была на примерке, и мне казалось платье просто нереальным. Я всегда о таком мечтала, и сегодня буду на подиуме, наверное, настоящей принцессой, как каждая девушка мечтает всегда побывать немножечко принцессой. Вот я буду сегодня этой принцессой. Добрый вечер, меня зовут Уриева Светлана. Я финалистка конкурса красоты Miss Office 2014, Miss Internet 2014. Здесь, на этом мероприятии у Галии Ахматовой, я как гость. И также мы будем выступать с нашим танцевальным дуэтом Турио Светланы и Паули Спиноса. Вы увидите зажигательный танец бачата. А также сегодня будет премьера совместного дуэта Сергей Избаш и Светлана Турио. Мы будем исполнять фламенко под его прекрасную песню «Мое фламенко». Здорово. Скажите, а в жизни какого стиля моды, направления моды вы придерживаетесь? Ближе к классике. Все-таки классика, она всегда в моде, поэтому она всегда актуальна. Начинала именно с фотомодели и часто принимала участие в всевозможных показах, как в России, так и за рубежом. Поэтому, в принципе, для меня это абсолютно как бы своя среда, и поэтому меня часто всякие русские наши дизайнеры, отечественные, вот, приглашают на всевозможные показы. У меня сегодня будет роскошное, тоже красного цвета платье, вот, необыкновенное, то есть такая прям буду принцесса. Ну, я в качестве модели, но и в качестве певицы, безусловно, потому что Галия пригласила меня на этот показ, замечательный, фееричный, потому что я как бы всегда с удовольствием дружу с дизайнерами и люблю моду, люблю фэшн, и я сегодня в качестве модели, но это для меня очень приятный момент, потому что фэшн и музыка, и все творчество, оно взаимосвязано, поэтому вот я сегодня очень рада. Я жду впечатлений, наполнение красотой, хороших эмоций, обогащение своих интеллектуальных и творческих каких-то моментов. И, собственно, праздник моды, как и праздник музыки, как и любой праздник, любого вида красивого искусства, оно все красивое. Это всегда, конечно, наполнение, это просто праздник.